33 закона Вселенной. Самые полезные уроки – это те, которые дает нам Вселенная. Она живет по своим собственным законам. Чтобы добиться успеха, эти законы стоит выучить на зубок. Придерживайтесь их, и Вселенная будет благоволить вам. Вы не можете знать, что добро, что зло. Но точно знаете, навязанное добро – это зло. Вы не знаете, чего Вселенная хочет от вас. Нет плохого, есть то, что вас огорчает. Нет хорошего, есть то, что вас радует. Не ищите истину, ее нет. А если она и есть, то она не нужна вам. Не беспокойтесь за себя. На самом деле Вселенная слишком дорожит вами, чтобы вы пропали зря. Вашей вины нет ни в чем. Если то, что вы делаете, приносит вам дискомфорт, подумайте, нужно ли вам это. Делайте только то, что дается вам легче всего, но делайте это изо всех сил. Если вы можете исправить последствия своей ошибки, то вы не ошиблись. То, что случается, случается вовремя. Происходящее происходит помимо вашей воли, но в вашей воле принять это или не принять. Если сомневаетесь в дороге, возьмите попутчика, если уверены в себе, двигайтесь одни. Каждый человек одинок. Сильный принимает и благословляет свое одиночество. Благословляя упущенные возможности, вы приобретаете большие возможности. Отдавайте легко, теряйте легко, прощайтесь легко. Полюбите врага, чтобы победить. Не бойтесь того, кто пытается сломить вашу волю, ибо он слаб. Уступая, вы усваиваете урок. Уступайте, чтобы ослабить сопротивление. Не стремитесь быть сильнее соперника, ищите, в чем его слабость. Кем бы ни был ваш соперник, всегда старайтесь видеть в нем человека. Подобный подход дает вам огромное преимущество. Мир изощрен, но не злонамерен. Когда огонь приближается, он сначала светит, потом греет, а затем обжигает. Не пугайтесь проклятий, не стремитесь к восхвалениям, ничего нового они вам не принесут. Делайте сейчас, потом вы этого уже никогда не сделаете.
вы никогда не сможете сказать, куда идете, только лишь, куда надеетесь прийти. Вспоминайте о законе 13-го удара. Если однажды часы пробили 13 раз, вместо положенных 12, то такие часы надо выбросить, какую бы гарантию относительно их ремонта не давали. Не торопите события. Позвольте процессу развернуться самому. Молчание – великий источник силы. Периодически покидайте людей и возвращайтесь к молчанию. Учитесь возвращаться к самому себе. Не жалейте о том, что радости было мало, этим вы приобретаете еще одну печаль. Если враг застал вас врасплох, и вы еще живы, он в ваших руках. Сейчас вы бессмертны, ибо еще не умерли. Берите на вооружение эти принципы и будьте счастливы.